Показать зубы украинские бойцы теперь могут и в прямом смысле. На передовую приехали дантисты. Мобильная стоматология здесь уже не впервые. Это волонтерская инициатива одной из столичных клиник. Где работали сегодня и куда планируют еще отправиться, в нашем следующем сюжете. Ломба не должна заражать, она должна полностью відповідати корені зуба. Краматорск, зона АТО. В стоматологических креслах бойцы спецподразделений, которые на войне с 2014 года и по сей день. Дуже приємно, що такі відношення, навіть незвичні. У мене був проблемний зуб, тому що частина пломби вискочила. Ну і не хотілося, щоб він якби стерся за час ротації, тому це дуже вилаз так слушно і вчасно. Высокопрофессиональные врачи приезжают в зону АТО помочь тем, кто каждый день рискует жизнью. И таким образом они тоже отдают свой долг родине. В мобильных стоматологиях лучшие фотополимеры, эффективнейшие препараты, новейшие бормашины и другое самое современное спецобслуживание. Я вперше цей раз в сезоні АТО, я маю дуже велику можливість попасти сюди, тому що я хочу допомогти бійцям. Мені запропонували, я відразу погодилася. Четвертий раз вже. Четверта поїздка. Не страшно вам тут? З нашими бійцями – ні. Не страшно. Робимо свою роботу, стараємося максимально совісно. В двух мобильных стоматологических микроавтобусах новейшая немецкая и финская техника. Врачи одной из элитных столичных клиник, в который раз приезжают в зону АТО и бесплатно лечат зубы бойцам. Звичайно, одна машина поймала більше 10 бійців. Якби, якщо дві, це буде 20 з чимось. Ну, 40, значить, я думаю, буде по його. Лікарі зазвичай досить такі компетентні, швидкі. І головне, що вони роблять якісно. По пути в Краматорск одна из трех машин на разбитых дорогах Донбасса вышла из строя. Обустроить временный стоматологический кабинет пришлось в краматорском отеле. В небольшом кейсе полный набор инструментов и медикаментов. Благодаря этим оборудованию мы можем ехать, грубо говоря, в больницы, там, где лежащий пациент, там, где лежащий военный, который не может выходить на улицу, можем вести любые манипуляции стоматологические, в основном как скорая помощь. Я взял с собой 150 наборов, чтобы мы лечили 150 военных. Инициатор волонтерской стоматологической помощи Салим. Он пережил свою первую войну на родине, в Ливане. Теперь вот вторая. В его уже родной Украине. Собирается обустроить здесь три кабинета для бойцов из зоны АТО. В Краматорске, Бахмуте и Авдеевке. Работать будут высокопрофессиональные врачи из Ассоциации стоматологов Украины. Когда будет кабинет на месте, будет более продуктивная, более результативная работа. В мобильных стоматологиях украинские и ливанские флаги. Скоро у Салима день рождения. Праздновать будет на передовой уже второй год подряд. Я живу в этой стране. Патриот не тот, который родился, патриот, который любит эту страну. Я люблю Украину. Если я не помогаю, значит, кто поможет? Как сказали великие люди, не надо спрашивать, что вам дает эта страна. Спрашивайте, что вы можете дать эту страну. Завтра мобильная группа стоматологов-волонтеров отправится в Авдеевку лечить спецназовцев и десантников у известного полуразрушенного здания «Девятины» на передовой. Я думаю, что немного осталось, закончилась война, и вы все поедете к себе домой. Буду встречаться по другому поводу. Я тоже так хочу. Геннадий Вивденко, Богдан Саврусский, Игорь Щепет. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области.